дорогие братья и сестры, у нас идет работа. Разбивают уже там, где алтарь. Вот, делает нас козырек, навес. Видите сверху, который валится. Конечно, нужно его делать, но пока делаем то, что мы можем. Слава Богу, пришли люди, помогают, делают. Я очень им благодарен. Вот. Все делаем в храме для того, чтобы храм жил.